verdade, esse motivo me dá dor de uma coisa que eu não tenho. Hoje eu sinto essa coisa. Сказать. Морозы по-прежнему.
попали. Вот такие морозы пришли. Не хочется спустить. Картилеры, жандеры и холланды. Нештабильно дома на баке. Ходим, кто-то все гринки. Кто-то им сейчас его и не чутно. Винка! Вин! Восьмидесяточку. Морозы у нас поприходили уже такие сильные. Раньше до января месяц, январь месяц был теплый, плюсовая температура. Сейчас уже от начала декабря, даже уже у ноябре, сентябрь, октябрь, ноябрь, да, в ноябре снег выпал. Такого еще николи не было. Поглядите, и температура уже опускалась до минус 9 градусов. Такое только впервые я бачу, чтобы такой снег, мороз, не дозбирали трактора. Снег то растает, то падает. Не знаю, что и думать уже. Короче, будем как-то робить, пробовать. Тут у нас что? Ключик. Как-то так. Ну, будем разбирать потиху. Думать, и кто поставил, чтоб шестерню на раздатку, чтоб хай будет, чтоб, если передний мост где появится, бо у нас тут это за 80, может укинем кали передний мост, может кто укинет, кто его знает. И ну так вот, все время бегите, что будет, то будет. Короче, хай стоит мост.